Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников, Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни каждого короной осенили, и язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил. Что Синодрион их сердце знало? С ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену, отречения требовала власть, но от веры в тюрьмах на аренах Дух Святой не дал отпасть. Пролетели над землей столетия, в Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваленье Господу все снова возносить за Святого Духа наставление и за право в этом Духе жить. Это Он несет, когда нам трудно, это Он нас греет добротой, во Христе сокроет нас в день судный, любящий, великий Дух Святой. Аминь.